Всем привет. Итак, давайте вспомним, чем нам нужно тут заниматься. Так, найти способ открыть ворота на севере Тирганаля, рядом с призраками темных эльфов. Так, темные эльфы когда-то были хозяевами Тирганаля. Они построили врата, которые теперь отделяют Тирганаль от огненных земель. Может быть, в одной из старых могил вы найдете способ открыть их. Начните поиски на севере города. Ага, прям на севере города нужно искать. Угу. То есть именно прям в городе. Потому что я что-то побродил тут и, в общем, что-то толком ничего не нашел. Решил пойти вот этих скелетов побить немножко. Вот это у меня явно лучше получится. Но у них здесь есть очень неприятные ребята. Они призывают каких-то проклинателей, то ли еще кого-то. Я не помню, как они обзываются, но... Сейчас мы будем разбираться постепенно. Или они уже здесь есть. Но, в общем, ребята в черном такие. Типа как смерть. Помоги своим друзьям. Так, ну пока никто еще не подъехал. Поэтому давайте вот это лучше место. Вот, да, я про них говорил. Жгучий огонь, ого. Так, давайте мы лучше отойдем, чтобы толпой действовать. Так, созерцателя вали. Да, ну имя созерцатель. Что же он созерцает? Отходи, отходи. Так, у меня еще эта штука не готова. Так, ну держимся пока. Так, ауру восстановления давай кастуй в самое время. Так, и начинай пока вот эту штуку сносить. Поскольку я не знаю, что нам делать, куда податься, мы просто будем тыкаться на этой карте, пока не найдем этот вход, выход, эти ворота и так далее. Так, ну в принципе мы справляемся, я считаю. Так что мы здесь все зачистим, облутаем сундуки. Главное, чтобы они больше этих чуваков в черных балахонах не делали, а то с ними крайне неприятно драться, даже несмотря на то, что у меня 15 уровень. Держимся, держимся, нормально все. Лучника бы только вот спасти еще. Ну, то есть у них периодически вот выделывают этих чуваков. Это они не постоянно их штампуют, благо. Но проблемы они нам определенные явно создают. Казалось бы, мы фактически несколько уровней выше, чем они. Но, блин, деремся на равных. Это, конечно, не знаю, проблема в определенном смысле. Неупокоенный палач немножко лута нам оставил. Надо скорее их базу снести. Давай. Ой, что-то они вообще подряд начали производиться. Надо скорее у них базу эту сносить. Так, теперь сюда. О, здравствуйте. Какого? 12 уровня. Нет, врешь, не возьмешь. Блин, надо здание сносить прям однозначно. Так, поскольку сейчас будет очень сложный маневр, надо сохраниться, чтобы его не потерять. Fight, men!
Так, ну я все здания снес, так что это сейчас последние появляются и все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блять. Прям капельку протупил, ничего страшного, мы сейчас поправим все это дело. Чтобы не бежать туда по новой, вот я знал, что может произойти что-то подобное, не уследил. Блин, что у меня умения показываются активными и не используются? Опять что? Вата какая-то. Атакуйте его толпой, вы чё? Алло. Да ладно. Сколько можно? Лучника берегите. Я его спрячу. Не успел даже сундуки облутать. Опа. Скорее, скорее, помогай, помогай. Так, все, мы всех что-то положили. Они прямо ресуются и ресуются здесь прям. Все, неужели? Так, насобирали кучу всяких вкусностей. Давайте постепенно выходить отсюда. Ну, не знаю, идите пока сюда, я пока буду здесь разбираться. Так, монета с изображением Луны у нас есть. Она вроде для чего-то нужна, но я абсолютно не помню для чего. Так, 8-12, 8-12. Оставляем меч, он морозом бьет. Неплохая штука. Так, что еще у нас появилось? Всякое говнище. Угу. Щиты появились. Защита 40. У меня кто-нибудь со щитом ходит? Угу, никто. Значит, мы будем заклинания изучать. Так, руна бойца. Руна жреца. Хорошие руны. Их надо бы использовать. А, нет, сейчас мы сюда пойдем. Вот здесь еще мы можем победить. Получается, мы вот эту сторону полностью зачистим. Потому что здесь ничего, по-хорошему не должно остаться. Там вроде ничего нету. Сохранимся, прежде чем напасть на этих скелетов. Ну, такое. Должны потянуть. А где волк-то? Алло. Что-то он с волком обосрался как-то, он не призвал его совершенно. Можно, конечно, даже этих попытаться, но, скорее всего, мы там ляжем просто-напросто. Ready. Записки Фарнар... Ой. А, так это вот, собственно, Дарья, что? Почему мы этот сундук убрать не можем? Ну, мы, походу, нашли нужную книгу, как бы то ни было. Верните книгу Дарио. Давайте вернем. Это Дарио, это тот старец, который стоит здесь наверху.
Я помню, что он где-то... Да, вот. Идите пока что сюда. Как бы мне вас всех поубивать? Вы мне что-то не особо сейчас нужны. Так. Руна жреца и руна бойца. Герой, герой. Ну, нам есть кого поменять, да. Значит, ну-ка, ведьмак у нас... 12 уровня. Ага, ведьмак-то полезный у нас, кстати. At your service. What do you want? Вот твоя книга, Дарри. Ну, хорошо, я дам тебе ключ. Минуточку. Кто-то вырвал из книги несколько страниц. Моя бы воля, я бы выкинул ключ в озеро вместе с воришкой. Успокойся, я спрошу у Флинка, куда делись страницы. Да он не так прост. Он очень просил нас выпустить его, а сам страницы-то, походу, и вырвал. Ну, сейчас мы об этом что-нибудь выясним. Follow me. Forward. А, нет, нам сюда вот, да-да-да-да-да. Forward. Forward. Ты вырвал из книги несколько страниц. О, я совсем о них забыл. Я убежал в Инистые горы, прежде чем они меня поймали. Может быть, ты забыл что-то еще? По-моему, там было три страницы. Поищи их в Инистых горах и отнеси Дарью. Нормально. Сходи, поищи. Что, я тут посижу, подожду. Не уверен, что мне Инистые горы открыты. Сейчас схожу, посмотрю. Данхем. Ну да, нам явно надо пойти обновлять. Так, Инистые горы. Инистые земли у меня есть. Сейчас перечитаем. Флинк потерял ее в Инистых землях. Угу, да, нам туда нужно. Вот засранец, а. Я уже и не помню, что там в этих инистых землях. Куда идти? Где мне искать эти страницы? Так, что тут вообще происходит? Это с какой-то радости. У меня здесь войска какие-то есть. Да? Ничего не помню. Откуда у меня какие-то войска взялись? Я здесь беженцев, что ли, водил? Посему выходит, что так. Так, ну это болото. Болото я помню. Да-да-да-да-да. Болото было. Точно-точно. Да, здесь нас легион за жопу схватил. Кстати, я вот что сразу хочу посмотреть. Найдите способ открыть ворот на севере Тиргонале. Нет, нет, все-таки в Тиргонале дело. Сука. Что здесь были ворота еще вот какие-то, да. Портал в Шаалдун. Например. Где же мне искать эти свиты, эти странички-то? Это всю карту придется обходить таким макаром. Так, ну этих-то болтусов я бы быстро бы побил. Ну-ка, давайте в Шаалдун заглянем.
посмотрим, как у них дома. Ага. Массивный камень с прорезью, над которым высечен символ солнца, луны и звезды. Надпись гласит: пожертвуй твои монеты по своему выбору и получи награду. Ага, ну у меня есть даже парочка. Три монеты упали внутрь менгира. Раздается странное жужжание. Пламенный меч мы получаем. Легкие клинки 8. Да сука, что ж ты делать-то будешь? Ну, и на этом спасибо. Ясно, весело у вас тут, ничего не скажешь. Возвращаемся в Инистые земли тогда. В надежде, так сказать, найти страницу. Ну, предположим, он типа вышел сюда. Он же бежал оттуда, значит, он вышел... Хотя нет, подождите, а как он в Инистые земли-то? Зачем он шел? Через какой портал он туда попал? Через дальний, наверное, самый? Это вопрос интересный. Ой-ой-ой-ой, какие они сильные. Я не потяну их. Так, давайте к этому камню вернемся. Может быть, в какое-нибудь другое место отправимся. Глядишь, найдем чего. Даже нифига, у меня аж 41 юнит. Интересно. Так, значит, у меня здесь всего несколько телепортов есть. Я один почему-то не вижу. Это вот здесь раз. А, вот здесь два. Угу. И вот здесь три. Все встало на свои места. И что, никаких подсказок нету, где мне это все искать? Ну, Малорик, Малорик, что тут скажешь? Красава все провернул. А я, значит, ходи ищи эти страницы везде. Но просто странно, что я их до этого не заметил. Может, они у меня все-таки есть? Нихера, ничего похожего на страницы нету. Есть только три монет с изображением черепа. Так, давайте тогда будем действовать рационально и будем своим персонажем ходить здесь. Пусть он пока сюда идет. Этими ребятами будем ходить здесь, исследовать все и вся. И лишь так что-нибудь и найдем. Может, у этих парней что-то есть. Они не просто так, мне кажется, там тусуются. Ой, они двоих убили даже. Хулиганье. Псеглавцы. Ну, где моя страница? Псеглавцы, а? Из них никого ничего не выпало. Будет очень неловко, если мы на какой-нибудь большой вот этот отряд имперцев наткнемся 16 уровня, который нас просто, ну, абсолютно безвариантного выебут и все. Так, ну здесь у меня нету, но у меня здесь есть камень, который они разъебали, конечно. Блин, ну это такая головомойка всю эту карту, конечно, по новой исследовать.
С одной стороны, раз мы псигласца встретили, значит, здесь что-то должно было поменяться. Ну, потому что все-таки это логично, что они не могли просто так появиться. Явно какое-то такое, типа, квестовое появление у них. Так, ну этот сундук потрогать нельзя. О, иди сюда, там какой-то лут есть. Смотрим, что тут есть. Здесь есть сундук, который мы уже залутали. И здесь что-нибудь, здесь гора. Класс, горе нам не нужно. Идем, значит, сюда. Скорее всего, мы сейчас на этих парней выйдем, которые тут в салочки играют или что они делают. Не знаю, но бегают они очень забористо. Им явно весело. Ой-ой, ой-ой, что-то нехорошо, совсем нехорошо. Вопрос в том, есть ли они здесь. Вполне возможно, что да. Блин, чё вы там всей этой кучей своей встали, а? Ну, бойцы первой линии у меня почти все померли. Их тут осталось, там, что-то, ну, дай бог, штук 10 максимум. Зато у меня лучников до жопы просто. Здесь будет нормальная мясорубка такая сейчас. Их что, все-таки здесь нормально. Снежная лекарша. Класс. Лекарша. Забавно, забавно. Вот, так здесь, кстати, остались все те здания, которые... Ой, точнее, весь тот лес, который у меня здесь вырос. Я же здесь эти ставил. Здания лесников. Так, стоп, стоп, стоп. С ними можно попытаться подраться, все-таки я на 10 уровней выше их. Но вот эта битва ничем хорошим не закончилась, к сожалению. Ой, нет, слушайте, что-то их тут много. Прям много-много-много. Лучше не стоит. Лучше найти страницы, где бы они ни были. Да. Конечно, да. Мало. Эльфиечек у нас выжило. К супер большому сожалению. Мы почти уже даже здесь все разведали. Ну, по крайней мере, наш основной маршрут мы прошли и не наблюдаем никаких свитков. Ну, не свитков, страниц. Я бы, возможно, пока начинал прямо в полсилы гуглить, чтобы, ну, впустую не тратить время. Так, называется сокровище Теондрии. Окей, мне кажется, это ни хрена не короткий квест. Сюда можно сходить. More freedom!
Эльфиечки, помогите мне. Спасибо. Давайте я вас вылечу, что ли, хотя бы немного. At my command. At my command. Блин, вот мы вылечили всех, кроме той, что нужно. Ладно, пока сюда схожу. О, остановилась. Я просто не припомню вот этого места. Может, здесь что-то есть? Ого, храм героев. 10 уровень, 9 уровень. Псиглавцы 20 уровней. Ну, почему бы и нет, действительно. Но мы пока даже ни одного намека на эти страницы не нашли. Но они явно, конечно, должны кем-то охраняться. Например, вот этим чуваком. Хотя я думаю, я там сам справлюсь, что мне гонять целый отряд такой. For freedom! Off to battle! Сущность Гултарка. Ее можно отнести этому, соответственно. Господи, чуваку, который для нас руны делает, вот ему надо отнести этого Гултарка. Кстати, да, и давайте поменяем, пока у меня героев нету. Можно это сделать. Так, 9 уровень. Вот у меня 2 9 уровня. Боец и жрец. И оба героя, да. Ну, давайте их заменим. Так, легкие клинки, доспехи и магия природы. Щиты ты, видимо, юзать не умеешь. Ну да, особо не умеет. Угу. Чего бы тебе еще дать? Держи-ка ты лучше один двуручный меч. Так мне будет намного проще с тобой управляться. Так. Броня. Реакция, ловкость пойдет. Штанцы. Держи вот эти. Защита пойдет. Хорошее кольцо. Хорошее. Подождите, а я, может, могу приодеть эти кольца? Защита, сила, мудрость. Вот так лучше мы сделаем. Оно мне больше подходит. Вот это тебе отдадим. Так, ты у нас чем богат? Ты, о, арбалетчик. Еще и хороший арбалетчик. Жизнь, природа, еще и маг. Просто класс. Вопрос, есть ли у меня арбалеты? Есть. Класс. А, это двуручный. Сука. Магия разума, защита, сила. Держи рунный шлем пока что. Мастер ауры. Ну-ка, я не могу.
Ага, не могу. На ловкость, класс. Угу, а ничего я тебе не могу из ближнего боя дать, только все двуручное. О, огонь. Пойдет. Так, что я делал? А, я типа сюда шел. Так, здесь ничего нету. Ой-ой-ой-ой, что происходит? Так, явно мы здесь что-то найдем. Просто вопрос, если мы найдем, потянем ли мы это. Ну, типа должны. О, сундук, иди сюда. Идем пока к сундуку. А девочки-эльфички нам тут все разведают, насколько это возможно. О. Наверное, потянем. Там, как назло, может быть страница, вот что-то мне подсказывает. Должны подтянуть прям с натяжкой большой. Да ладно, тупик, просто тупик и все, и ни влево, ни вправо. Это грустно. Это грустно. Так, тогда мы попробуем с этими подраться, ребятами. Третий командир псиглавцев, да? Второй командир псиглавцев. Так, вот это вот о чем-то так говорит уже, я считаю. Да, храм героев бы нам сейчас очень не помешал. Но мы его просто не в состоянии отбить, мне кажется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как все плохо. Прям супер плохо. Я не знаю, меня кританули, наверное, просто или что. Ну, ясное дело, все женщины легли в таком случае. И мы, походу, даже никого не убили. Ну-ка, сколько их тут... Да что меня влево-то... Алло. Охренеть, меня просто берет и тащит влево. Так, их тут четверо осталось. Да, по-моему, их хер мы никого не убили. Что же вы делаете, блядь, тупицы? Атакуете, вы же дальнобойные, мать вашу жопу, юниты. Нет, без вариантов, короче. Нам здесь никак не пробиться. Ну, теперь я хотя бы знаю, где эти страницы. Они у псиглавцев, у их командиров, черт. Другого как бы тут особо-то не дано. Третий командир, ну... Понятно все с вами. Идти лучше отсюда, да? Ну, тогда валим отсюда. Ибо не тянем мы пока их. Вернемся сейчас назад. Поищем этот вход лучше. Будем типа пока по сюжету двигаться. Особо других вариантов у нас нету, я считаю.
Так что пока у нас вариант только свалить. Но я думаю, уровня на 20 мы вернемся. Нам надо будет освободить храм героев от этих вот ребят. Ну, мы это и сейчас, наверное, могли бы сделать, но это все равно потно будет. Надо подкачаться немного. Вот этих-то я снесу на раз вообще. О, стоп, а их же, я же убил здесь всех, когда проходил. Ну, вообще, здравствуйте. Так, в сердце зимы меня верните, пожалуйста. Ой, не-не-не, не сюда. Эльфийский город, наверное, да? Отлично. Ищи ответ на севере города. Ну, я на севере города. Мне это ни о чем не говорит. Найдите способ открыть ворота на севере Тирганаля, рядом с призраками темных эльфов. Темные эльфы когда-то были хозяевами Тирганаля. Они построили врата, которые теперь отделяют Тирганаль от огненных земель. Может быть, в одной из старых могил вы найдете способ открыть их. Начните поиски на севере города. Какие могилы? На каком севере города? Господи. What view? Где-то на севере города нам нужно найти могилы, где бы они ни были. В упор не помню, где здесь какие-то могилы должны быть, еще что-то. Ну, обойдем город еще раз. Ну, прям в стиле супер внимательно обойдем. Снежная друидесса, господи. Не наблюдаю никакого кладбища. Кладбище точно в городе? Вы меня не обманываете, нет? Такое ощущение, что да. Что вы меня немного обманываете. Я вот даже никаких темных эльфов здесь не видел, если уж на то пошло. Нифига здесь нету. Давайте к безликому сходим. Может, он нам хотя бы руну переделает. Ну вот сюда идти бессмысленно, то есть там меня просто эти виверны убивают. Сюда нас не пускают. Если идти в эти ворота, там уже все исследовано и ничего нету. Отсюда мы пришли, значит, здесь мы уже совсем давным-давно все исследовали, и там подавно ничего нету. Где я найду ваше ебучее кладбище, я вообще не понимаю. Начните поиски на севере города. Ну, не понимаю я. Вообще ни капельки. Рунный камень захватил орка. И этим колдовством она пробуждена. Это орк, который будет служить тебе. Класс. Ну, он там колдун какой-то. 16 уровень. Следующий уровень сможем использовать. Неплохо, неплохо.
Не вижу кладбища в упор вообще. Никаких духов я тоже не вижу. Ну как я это все увидеть должен? Ну вот, куда смотреть? Неужели по основному сюжетному заданию мне придется смотреть прохождение? Ой-ой-ой, дожили. Алая империя. Спеллфорс. Так, алая империя. Посмотрим. Так, я застрял на одной карте, называется «Солнечная граница», воюю с Алой Империей. Нет, не то. Пришло время направиться на встречу с врагом на юг, поэтому сначала мы, как обычно, пойдем на север, что? Где сразу же за городом эльфов. Что-то какую-то дурь пишут. Так, ну... Ну, давайте неразумное прохождение прочитаем, про то, что сразу пойдем на юг. Чтобы этот бред не значил, он хотя бы менее бредовым звучит на фоне остальных бредов. Прохождение на игромании в 2005 году написано, или скопировано, или переведено, не знаю. Так... Еще раз, что там у нас пишут про духов? Призраки темных у эльфов. Сердце зимы, пограничная земля, где-то произошла большая битва. Нет. Это мы уже прошли. Начнем раз... Так, нет, что-то тоже дырь какая-то. Так, открыть ворота. Так, ну вот есть этот квест «Алая империя». Так, после нескольких скелетов. Так, 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 так. Пришло время направиться на встречу с врагом на юг, поэтому сначала мы, как обычно, пойдем на север, где сразу за городом эльфов у ледяных монстров завалялся ключ от южных ворот. А, по пути к порталу советую красться по обочине и методично уничтожать места зарождения всяких нехороших существ. После того, как несколько скелетов вернутся на свое место, мы попадем в пустынные земли, границу света и тени. Эту карту можно проходить... Так, ну понятно. Блин, вы серьезно? Хотите сказать, что мне нужно идти к вивернам? У нас разница 5 ебучих уровней, они нападают по двое. Как мне их валить? Каким макаром? Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Вот это задачка, ничего не скажешь. Потная, крайне потная. Повторяется, собственно, предыдущий сценарий. Меня замораживают. Вообще без шансов. Ну прям вообще капельку ранили эту гадюку.
Я не знаю, что нам делать. Мы не можем туда пробиться вообще никак. Нам сильно не хватает по уровню. Я не верю, что нас могли убивать так часто, что у нас разрыв в 5 уровней накопился. Этого не может быть вообще никак. Это вот просто, ну, не поддается какой-то логике. То есть нам явно в эту сторону. Ладно, попробуем другой план. Мы можем создавать вот этих героев, так называемых. И пока они отвлекают на себя вивернов, мы можем попытаться пробежать. Это как бы, ну, план такой средней херовости, но, блин, у меня других вариантов нету. Ну, потому что, блин, нам явно в эти ворота надо. Но туда мы не можем попасть, потому что там сильные враги, прям крайне сильные. А базы у нас здесь, соответственно, никакой нету. Единственные наши союзники — это вот, соответственно, герои вот эти. У ледяных монстров завалялся ключ от ледяных ворот, поэтому... Просто невероятный бред, конечно. Подманить их к городу, да тоже, ну, хз, мне кажется, они раньше убегут от нас, чем мы их подманим к городу. Пока мы их подманиваем к городу, они просто развернутся и улетят. Слишком большой разрыв, слишком. Посмотрим, что сейчас получится из моей затеи. Мы попробуем два варианта. Мы попробуем посражаться все-таки еще раз. Хоть это, скорее всего, и абсолютно бессмысленная затея. И попробуем мы еще вариант с... Это еще что такое? Шипастый щит, хорошо. И попробуем пробежать. Мне, конечно, кажется больше, что только второй вариант вканает. Последний у нас ведьмак делается. Ну, айда. Попробуем. Мы стали сильнее, но прям совсем чуть капельку. Например, вот этих мы... Не знаю, подтянем или нет. А может, нам их нужно завалить? Призраки темных эльфов. Но это не похоже на кладбище, с одной стороны. Давайте попробуем. Что мы теряем? Хотя бы этих попробуем попинать. Лучше, чем ничего не пинать. Надо было их в стак объединить. Вот так вот. Другое дело. Ну, будет, конечно, очень забавно, если все-таки нам надо было этих ребят валить. Ну, прям очень забавно. Настолько забавно, что это будет глупо и смешно. Follow me. Так что оскорбления в комментариях принимаются. Forward. At once. Quickly. At once. Так. Forward. Засохранились. Quickly. Hold your ground, men. Ого. Вот это боль. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, мой персонаж как-то игнорирует, конечно, все. Hold on, man. Yes. Неплохо, да. Опа. Меня нагибают. Мне пиздося. Откуда их четверо стало? Мы же там даже кого-то убили.
Ну да, мы одного убили. Но от этого нам легче, конечно, не становится. Так, попробуем по-другому. Yes, follow me. Наш смерть. Ну-ка, Кастаника. Ого! Ну ни хрена себе! Вот полезное умение. Блин, вот это прям да. Кто бы мог подумать, что столь полезное умение может у нас быть. Так, два танкующих персонажа. Раз. О! Ни хрена себе. У кого смерть? Нет, особо легче не стало. Бежим. Охуеть. Меня просто вибали опять. И мы снова снесли всего одного. Так, ладно, все-таки придется попробовать тактику выманивания. Here. Follow me. Так. Ближний бой. Very well. Ближний бой. Yes. At your command. Ready and able. Here. At your service. Very well. At my side. Ready and able. Will be done. А, нет, стоп, yes. С какого хуя ты у нас стал ближний бой? Получается, я один, что ли, ближний бой? Right. Так, тебя лучше укрепить еще посильнее. Нет, тебя... Тебя. Ага, ты щиты не можешь юзать. Цуго. Но ты можешь юзать другие клиночки. Легкие клинки. On my way. Так, пульника в него. Understood. Will be done. И надейся, что нам не пизда. Yes. Нам не пизда. Хороший знак. For the room. Freedom. At my command. The lines must fall. Yes. Close the ranks. Ready. Room warriors, to me. For our near's honor. Ой-ой-ой, начинаются минусы. At my side. This is an ambush. Так, спасаем своего персонажа в первую очередь. Так, все, отступаем. Forward. Ну, тактика почти сработала. Неплохо. Но явно нам нужно этого товарища завалить. Или мы опять одного всего убили? Похоже на то. At my command. Ready and able. Here, at once. Тактической паузы не хватает, чтобы всем приказы раздать. Ну, попробуем сейчас хотя бы посмотреть, follow что me. С этого товарища упало. Никто... Не... О, один в атаку идет. Ну, одного-то мы потянем. The lines must hold. What does the rune deserve? For Avenir's honor. Странно, что он на нас один пошел как-то, конечно. For the rune. Ну, я абсолютно не против. С них выпали блядские свитки. Ready and able. Выпали так выпали. At your service. Надо на нем было ауру восстановления делать, чтобы он лечил всех. What does the rune right desire? Away. Understood. Подмани-ка нам еще одного товарища. А то, пока остальные дойдут, for the light. Мы успеем еще одного пригандошить. Will be done. At my command. Forward.
At your service. Right away. Тем более с суперумением смерть. The runes will be done. Ну так подбегать, стрелять. Глядишь, давали ему вон так по копейке отнимать. Ой-ой-ой, больно. The runes orders. What does the rune desire? Так, мистер жрец, стреляйте еще раз. At your service. Will be done. On my way. Да что ж ты будешь делать-то? Onward, warriors. Understood. For the light. Off to battle. Терпи. At your command. At your right way. Тихо. At my side. An enemy this is an ambush. Да, опа, уже минус. Very well. Бля, отступай. Странно, на этот раз мы их как-то без проблем завалили. Here. The lines must hold. And go. Фух, да неужели? Все это время все было так легко и просто и понятно. At my command. Forward. Ой, ужас. Quickly. Тяжелое вооружение 10. Интересно. Еще далеко до уровня. Но поторговать мы можем уже сейчас. At my command. Follow me. Так, а чё я медлю-то? Мне же еще с той стороны пробиваться, поэтому... Заделайте мне одного сейчас. The rune's right away. On my way. Right away. Very well. Все-таки, конечно, очень стыдно, что я все это время не всем понимал, что от меня требуется. Ответ был прямо под носом. At your service. Так, иди сюда. Покажите Илуни паучий ключ. Илуни. Все готово к нападению на Алую Империю. Солнечная граница ждет тебя. Ключ был среди духов. Этим ты откроешь ворота на юго-востоке. За ними лежит дорога в пылающие земли темных. Да прибудет с тобой Бог Света. Поспеши. Все отлично. Ура. Десятикратно ура. Right away. Send them to the river of souls. Ох, какие вы речи-то длинные закатываете. For the rune.
What does the rune desire? Ой, этот парень оказался очень сильным. Зато мы им здание успели развалить, пока они стояли, думали. Ну-ка, пойдет она в атаку? Нет, не особо торопится. Ready and go. Неплохо. Follow me. Forward. Может, даже уровень возьмем, с чем черт не шутит. At my command. Here. Orders to me. Close the ranks. Так, только что-то вас много внезапно стало. Ой-ой-ой-ой-ой. Опа, когда это я так пораниться успел? At your command. Reinforce the defenses. А, ну все, меня отхилило вообще нормально. Here. This is an ambush. Back. We must drive them back. Yes. Follow me. Сейчас мы им тут все домики-то посносим. At your service. Будут знать. At my side. Hold your ground, man. For the rune. Псевдоновец, кровавый клык. Еще здесь, ну здесь сундуки еще есть. Ого, 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 сколько всего у вас тут. An enemy attack. Ready and able. Опа, он отразил. Неплохо, неплохо. The rune calls. They're everywhere. Yes. Rune warriors, to me! Ready Understood. And able. Yes. For freedom! Understood. Ready the and able. Orders. They're everywhere. Ready. Careful, enemies. At my command. For Awanir's honor. That's your command. Understood. Send them to the river of souls. Attack! The rune's orders. Так, ну пока держимся, неплохо. For the rune! At my command. Quickly. Отлично. At my side. Here. Follow me. The lines игнорируем, must hold. Игнорируем его, нам лучше здание снести. Одного-то мы потерпим. An enemy attack. For freedom! Ну, так что пока я в здание долбите, я их на себя отвлеку. Да, чтоб вас за ногу. Hold on, men. For Awanir's honor. Ready and able. Let's drive them back. For the light. Reinforce the defenses. Off to battle. At your command. Опа, 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 опа. Fight, men. Фак. Да сука ебучая. И всех героев мне спидорили. Класс вообще. А на кой мне, кстати, так? Я телепортнусь просто и все. Просто сейчас здесь надо поставить, чтобы это была точка возрождения. И что, насколько все плохо? Угу. Умеренно плохо. Так, а здесь какого уровня они бродят? А здесь не видно, да? Ледяной паж здесь водится. Ага.
Но этих псиглавцев-то надо добить, чтобы не поясничали. Я даже могу один пока начать. Блин, из-за того, что у меня рунная сила упала, сейчас эти медленно производятся, он всего два произвелось, чуть-чуть смеяться-то. Пока разведаем, что тут есть. Двоих. Ну давайте попробуем. О, нет, это серьезно будет. Если особенно втроем, да, втроем это что-то немножко без вариантов. Нет, надо было дождаться все-таки этих болтусов. А то мы так всю рунную силу вообще просрем в никуда. Да стой, 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 стой. Бежит он. Так, собрали всю свою тусовочку уже. Да ладно, блин. Опять 17 уровень. Какого хера вообще? Только же тебе наваляли. Follow me! Надо скорее от здания этого избавиться просто. И будет нам счастье. А ну пошел нафиг. Сука. Hold on, men. At your command. And then the attack. Успеешь? Не успел ни хера. At
at my command. Fight at my command. At my command. Calls. At my side. This is an ambush. Attack! Hold your ground, men. At my side. Attack! Hold your ground, men. Так, у них что, один домик что ли остался? Хотя нет, ни хрена, их там два осталось, по-моему. Да-да-да, вон второй вижу уже. They're everywhere. Attack! Ready and able. Back. We must drive them back. Опа! Как это я проворонил? Все же нормально было. А вот ничего удивительного, сейчас меня повалят. Все, до свидоси. Fight, men. Божественно. Прощай, опыт. Что, вы не справитесь, что ли? Справитесь, конечно. Странно, что он так далеко, конечно, зашел. Ну ладно, хотя бы пацаны 17 уровня больше не приходят. Ох, как долго. Сколько у меня рунная сила? 15. Божественный класс. Ну, идем вчетвером тогда чё? And go. Follow me. Там их больше всего. And go. And go. Follow me. An enemy attack. Rune warriors, to me. Заметил нас все-таки, офигеть, они и этот нас заметил. Чего вы такие дальнозоркие, особенно ночью? Отходи, 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 блядь. Тормоз, а. That's your command. Hold on, man. Hold on, man. Send them to the river. Here. Reinforce the defenses. For Awanir's honor. Hold on, then. At my command. Yes. Fight, men. Here. Follow me. Forward. At your command. Right away. Давай быстрее сюда. Yes. At once. Quickly. Follow me. Forward. Close the and go. Rune warriors to me. Reinforce the defenses. We must drive them back. We must drive them back. Reinforce the defenses. Бля, 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 выходи. Да, лечи его. Ready and able. The rune's orders. The rune call at my command. The rune's orders. Fight, men. An enemy attack. The rune desire. We must drive them back. At your service. For the might. Ну, хотя бы не все 15 уровня. At my command. Forward. This is an ambush. Быстрее, быстрее. We must drive them back. For the rune. The rune's order.
помогай мне. Бейте, бейте, бейте. Не тупите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, беги, мужик. Класс, бежал. Так чё ты стоишь? Бей! Ой, затупки какие у меня. Бля! Да кастуй! Кастуй, сука! Ужас, как я выжил, не представляю вообще. The rune's orders. For the rune. Very well. Мы уже близко. At my command. Forward. Forward. This is an ambush. Последнее здание осталось у них. Drive them back. Fight, men. At my command. We're under attack. At my command. For our near's honor. At my command. Here, сегодня наконец-то. Fight, men. Ready and able. Understood. Send them to the river of souls. At my command. The lines must hold. For our near's honor. At my command. Еще один успел вылезти. Офигеть, реактивные. What does the rune desire? Hold on, men. At my command. Forward. At once. Ready and able. Here. Так, теперь можно идти смело к воротам и открывать их. Forward. Follow me. Follow me. Quickly. Ох, надеюсь, что тут близко. Follow me. At once. And go. Уху-ху. Скелеты. Ну, скелеты, ладно, это еще можно пережить. Фух, давайте мы эту зачистку оставим на следующую серию. А то, я думаю, это займет определенное время. Вот, а я пока сделаю перерыв.